Егор Сизов фотографирует больше 2 лет. Сначала занимался продвижением соцсетей, купил профессиональную камеру и понял, что хочет чего-то большего, чем делать дежурные снимки еды и напитков. Записался в клуб фотографов в университете. Новое хобби изменило его взгляд на мир. Ты идешь по улице и видишь то, чего без фотографий, на что ты даже не обращал бы внимания. То есть о чем ты даже не думал. Ты не думал бы смотреть так пристально по сторонам и что-то увидеть. Вот и поэтому ты видишь гораздо больше. И, даже когда идешь в магазин за хлебом или в университет. Кадр «Туристы на Волге», который принес Егору победу в конкурсе «Самарский взгляд 2020». Именно такой случай. Работы победителей и лауреатов представили на одноименной выставке в галерее «Новое пространство». Здесь представлено порядка 300 кадров. Всего для участия в конкурсе поступило около 2000 фотографий. Авторы присылали свои работы из разных городов страны. Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Брянска, Омска, Ярославля и, конечно, большинство из Самарского региона. У нас прекрасный воздух, и знаковые места заключаются, на мой взгляд, в том, что наши горы стоят таким образом, что либо есть оборудованные смотровые площадки, либо есть возможность подняться самому без специальной подготовки. И поэтому ты можешь, в принципе, ежедневно при наличии свободного времени открывать для себя новые виды, которые, казалось бы, находятся рядом друг с другом, но абсолютно разную панораму. Увидеть лучшие фотоработы можно в выставочном зале областной библиотеки до 28 октября. Мария Левина, Максим Гусев, «События».